рецепт на сегодня такой. Итак, нам нужны три предмета. Миска, ну, чтобы мог человек сесть. Если вы крупной комплекции и в миску уже не влазите, значит, все делаем в ванной. Итак, нам нужна миска, горячая вода и марганцовка. Марганцовка, кислый калий. Ну, вот так он выглядит. Кстати, у нас в нашей стране он уже запрещен к продаже, и его нигде в аптеках не достать. Но я знаю, что в некоторых других странах, например, в азиатских, он еще спокойно в аптеках продается, или где-то на базаре его можно купить. У многих она осталась, ее хватает на десятки лет. Если у кого-то баночка есть, там такие кристаллы, обязательно себе достаньте, это классная вещь, кто еще о ней не знает. Итак, берем горячую воду, наполняем наш сосуд, или это миска, или это ванна, хорошо горячей водой, чтобы вы могли туда сесть, чтобы было горячо, но терпимо. Берем марганцовочку и разбавляем. И делаем не еле-еле розовую, а такую более интенсивно розовую. То есть чуть-чуть больше добавляем марганцовки, чтобы было интенсивно розовое, но не сильно. Смотрите, не переборщите. Предостережение. Никаких кровотечений, никаких месячных и чего-то еще, конечно же, с этими мероприятиями такие процедуры проводить нельзя. Садимся в эту воду, разбавленную с марганцовкой горячую, и сидим. Сидим где-то 10-15 минут. Ну, вы увидите по своей коже, что здесь стало все такое красное, это все нормально. Такое мероприятие можно делать, ну, если вы себя нормально будете чувствовать, можно делать 2-3 раза в день. Конечно же, в это время используйте и другие мои рецепты. То есть здесь вы паритесь, здесь вы принимаете какой-то внутренний один рецепт, хотя бы один, а лучше два. И все. И так за 2-3 дня цистит проходит. Ну, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях. А также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.